Добрый вечер, дивногорцы. С вами редакция «Объединение Сея». Сейчас 7 часов, буквально через несколько минут будет открытие городской елки возле ДК «Энергетик». Присоединяйтесь, делитесь записью. Кто не смог прийти, смотрите. Пока до открытия немножко покажу, как уже катаются ребятишки с горы. Вот туда, кажется. Народу уже пришло много. Об открытии, кстати, было сказано заранее в афишах, в лентах, во всех городских пабликах. На горе прямо очередь. Ну вот катается, к сожалению, на плюшках, на чем запрещено по правилам кататься. Этого не следует делать. Ну, особые экстремальщики какие-то, наверное, не следуя правилам, катаются на них. Возле горы установлен стенд с правилами. И вот здесь еще чуть ниже, кто приедет, потом кататься придет, обязательно ознакомьтесь. Ну, будем перебегать горку, пока не сбили, ближе к сцене. Это аниматоры. Столько дивногорцев. Ледяные фигуры тоже готовы. Катается. Это очень опасно, можно удариться головой. Собирается ближе к сцене. В кругу друзей мы встретились сегодня, чтоб дружно встретить Новый год. Откроем праздник наш мы песней новогодней, и чудо вновь произойдет. Зима в избушке, а
Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной. Смоколючая, как пойдешь за порог, всюду руины, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной. Смоколючая, как пойдешь за порог. Серебро, сажала тонкий месяц, хрустальное ведро, деревья в шубы шила, дарила сонный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, смоколючая, как пойдешь за порог, всюду руини, а из окон порог синий-синий. Ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, тьма колючая, как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, смоколючая, как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, смоколючая, как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог Ремончик. А что собрались-то? Говорят, к Новому году готовитесь, да? Готовитесь? Ой, какие, а? Тусовочка у вас, говорят, намечается, да? Без меня решили потусоваться? Ничего у вас не выйдет. Вот сейчас... До звончик отправлю. Набираем номерочек. Набираем номерочек. Номерочек набираем. Что ты? Набираем номерочек. Я только ей звонить собралась, а она тут появилась. Где тебя носит голова твоя еловая? Знаешь что? Я в таком соке, в таком соке. Хотела я, значит, билеты нам с тобой на губернаторскую елку купить. И? А мне нечисти вход воспрещен. Ой, слов нету. Вот ты посмотри, а. Нас еще и нечистью обозвали. Но ничего, ничего, моя дорогая, не расстраивайся. Ну ее, эту губернаторскую елку, в следующем году съездим. Ты погляди, народу сколько. Тусовочка знатная намечается. Чего мы куда-то поедем? Давай мы вместе с ними Новый год отметим. Они нас-то не приглашали с тобой. Так кто их спрашивать-то будет, да? И то верно. Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада!
А вот мы с Дедушкой Морозом договорились встретиться около самой красивой елочки в городе. Она ведь здесь самая красивая. Значит, я пришла куда надо. Значит, и дедушка скоро придет. Но я предлагаю, чтобы не мерзнуть, нужно немножко разогреться, чтобы Дедушку Мороза встретить. Давайте мы с вами подвигаемся. Так, ну-ка, потренируемся. На носочек. На пяточку. Три раза вдох. Еще раз носочек. Пяточка. Три раза вдох. А теперь чуть-чуть ко мне. И обратно. Ну что, готовы? Ой, не слышу, готовы? Теперь услышала, пошагали. Конечно! Я тебя люблю.
это тебе ведь бы на дискотеках зажигать. Ой, еще кто-то зажигает. Тише, девочки, не ругайтесь. Ну что? Она нас девочками назвала. Приятно. Ой, Фигурочка, я тебе что скажу сейчас? У нас сегодня победители на празднике есть. Какие такие победители? Молодцы! Какие? Сейчас скажу. Победители конкурса детского рисунка «Новогодние чудеса!» Помнили, вот! Ой, так это замечательно, когда пора дедушку звать и елочку зажигать, да, и коровод водить. Подарки-то ведь все у дедушки. Ну что, вы готовы Дедушку Мороза? Готовы, ребята? Давайте, три, четыре. Дед Мороз! Отморозил нос. Еще громче! Дед Мороз! Сосульками оброс! Не слушайте! А теперь все-все-все и даже родители очень громко! Ой-ой-ой! Дед Мороз! Я уже здесь! Здравствуйте, ребята! Ну, как договорились, встретились у самой красивой елочки. У самой, дедушка. Ну что, у нас есть победители? Да надо сначала елочку, дедушка. Да, надо сначала елочку. Можно я елку подожгу? Можно я дедушка? Ага. У тебя, наверное, даже спички заготовлены. Нет, не надо нам так зажигать елочку. А вот и нет, мы уже исправляемся. Мы молодцы. Мы даже гостя позвали на это мероприятие. Да. Встречайте, самый обаятельный, самый привлекательный, добрый, вообще, Дракоша! Встречаем аплодисментов! Я очень рад вас видеть! Дракоша! Раз символ года уже на месте, то значит точно нужно включать нашу елочку. Давайте! Вы знаете, как это делать? Тогда давайте все вместе! Раз, два, три! Елочка горит! Какая у вас красавица! Ну, дедушка, раз нажгли мы елочку, то пора и хоровод заводить, и песенку петь. А помогут нам в этом девочки из вокального ансамбля «Крылья». Ну что, поем хоровод! Кики!
Где? Я уже с вами, все, я на месте. Я на месте. Подарки тебе пришел. Ага. Подарки. А сегодня, я слышал, у нас есть победители, да? Да, дедушка, победители. Победители городского конкурса детского рисунка, да? Новогодние чудеса называется, правда? Да, дедушка. Ну что, давай тогда я буду почетное звание нести, я буду называть этих прекрасных ребят, а ты будешь вручать им подарки. Так, дракоша, тебе очень важная миссия, ты будешь красиво всех строить для фотографии. Так, кто у нас? Лященко Анна, похлопайте. Держи подарочек с Новым годом. Так, не уходим никуда. Девочка с красивым именем Волосунова Виктория. Держи. Белинкина Регина. А где Телисина Регина? А вот она бежит. Подходи сюда, подходи, у меня тут твой подарочек есть. Пролова Вера. Идет нам Вера. Иди к нам, Дедушке Морозу. Иди к нам, иди к нам. Дедушке Морозу. У меня для тебя подарочек есть, ты еще молча фотографию сделаешь. Артемов Артем. Беги скорее. Ну куда пошел? Держи, зайчик, иди, дедушка. Иди, дедушка. Держи, с Новым годом тебе. Бекасова Арина. Сюда, сюда, вставай. Ой, бежит, держи. Держи, вставай нам. Исакова Кира. Держи. Тарасова Анна. Сугараков Семен. Лучшие художники. Серегина Полина. Григорияти Полина. Шестков Федор. Федор. Бабушка идет получать подарочек. А идите подарочек у Дедушки Мороза возьмите. Никитин Вячеслав. Пинчуков Михаил. Так, так, так. Ну, я думаю, что дойдет. Авдеева Екатерина. Юдина Анна. Кострыкина Вера. Агафонова Таисия. Скибух Ульяна. Не уходи, не уходи. Я правда, иди фотографироваться. Дракоша, поставь, пожалуйста, девочку. Вот. Бузькина Варвара. Где? Вот она бежит. Держи. А еще знаете что? У нас есть спецприз. Приз зрительских симпатий. За этого молодого человека проголосовало 569 единогорцев. И это Кравцов Константин. Иди скорее к Дедушке Морозу. Вот твой подарочек. Так, держи. А? Ну что, дедушка, сфотографироваться конечно, надо? Конечно, сфотографируемся. Давайте становимся, давай, ребята. Друзья, где ваши аплодисменты? Это же победители. Давайте, ребята, еще сдвинемся, поплотнее встанем. Давайте еще раз громко-громко поаплодируем. Это победители и их работы в ледяном городке. Вау!
спасибо, ребята. Ну что, праздник удался на славу. Были песни и забавы. Да, но пора нам закругляться. Надо только попрощаться. Да, да, да. Мы желаем вам расти и не скучать. И родителей поменьше огорчать. А еще желаем вам не болеть и закаляться. И здоровыми оставаться. Вот. Никогда не зазнаваться и от лени избавляться. Но в будущем году все, что нужно, подарю. С наступающим Новым годом!